Только за 6 месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции города Челябинска при оформлении дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано более 400 фактов неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия. В этом году госавтоинспекция оштрафовала 150 лиц, которые допустили нарушения при строительстве или ремонте дорог. За это же органы местного самоуправления получили 550 представлений и предписаний. Проверки позволяют сократить количество аварий. ДТП с пострадавшими за последние 12 месяцев стало меньше на 19%.